Пацаны, всем привет, с вами как всегда Сергей Резниченко. И сегодня я решил вам показать эту машину поподробнее, потому что она собрала больше уже 500 000 просмотров. И я решил вот приехать до парня, у него свой магазин, и поподробнее рассказать об этом автомобиле, потому что здесь есть что рассказать. Огромная история у этой тачки, и причем необычная очень даже. Поэтому давайте сейчас позовем хозяина вообще этого автомобиля и магазина, и поподробнее расскажем о ней. Василий, вы где? Да. Да, пацаны, всем здорово еще раз, Василий. В общем, расскажи вообще вот еще раз об этом автомобиле, потому что у тебя, как я знаю, есть свой канал, то есть ты... Есть канал, да, наш дно канал, потому что подписывайтесь на него, чтобы... Да, ссылка будет в описании, в принципе. Чтобы мы снимали дальше обзоры, потому что мы пытались снять их хорошо, но если ничего не получилось, мы это забили, на это забили. На самом деле, по автомобилю здесь, скажем так, история его короткая, но очень обширная, потому что мы его купили за очень большие деньги, там, до 100 тысяч рублей, и нам казалось, это было супер выгодное вложение, потому что он ездил, мы на нем приехали из Казахского края, все хорошо, все прекрасно. Но потом, когда мы стали дальше его ковырять, скажем так, обнаружились просто нереальные проблемы кузовные. Первый вопрос, вот я тебе перебью. Почему именно вот 12-ку купе у тебя? Ну, это, наверное, мечта детства, да, любой, наверное, пацан. Мне когда было 18-17 лет, я себе хотел купе. Четкое, красивое. Не было, да. Uh-huh. И поэтому был еще один проект похожий, тоже вот с 8 сабвуферами. Uh-huh. Соответственно, в этот раз в купе, потому что больше двери. И, значит, больше двери, то можно запихнуть больше динамики. Вот и все. Uh-huh. Вот. И после того, как его купили, стали его разбирать, обнаружились действительно просто гигантские проблемы. Потому что если... Ну, вот. Если так, смотреть, как раз, давай перейдем, покажем. Вот эта дверь новая. Вот я у тебя читал подробно всю информацию, ты говоришь, двери тяжело было найти даже. На все сгнившее, вот здесь все было сгнившее. Да, там я тоже, можно будет кадры взять, покажу. Ага. А вот этот автомобиль был сгнивший, вся дверь. Ну, мы фотографию вставим как раз. Да, да. Небо полное отсутствовало полностью. Корветик. Полностью отсутствовал порог на самом деле. Отсутствовал порог с той стороны, отсутствовал крыло с той стороны, и точно так же дверь непосредственно была заменена. И самая большая проблема во всем этом была в том, что, во-первых, оригинальный, например, крыло на русские автомобили стоит 25 или 27 тысяч. Вот это, например. Оригинальный порог, я говорил тоже у себя на канале, он стоит 45 тысяч рублей. Ну, то просто есть металлический порог, оригинальный на купе. 12-ка купе самая проблемная получается. Это супер проблемная машина. Мы из-за этого у нас, скажем так, строительство проекта затормозилось примерно на 3 месяца, да. Потому что планировали ее начать уже собирать, грубо говоря, после Нового года. Нового года полностью закончить кузовной ремонт. Угу. И, соответственно, все встало, потому что начались поиск запчастей. Рассказ, что ты хочешь мне. Я у тебя смотрел, у тебя оно вообще с зимы началось. То есть вы так быстро собрали. Ну, на самом деле, собрали мы еще быстрее, да? Да, опыт. Ну, у вас здесь я все собираюсь. Да, руками, да, опыт построения таких автомобилей у нас гигантский. И купили мы это все дело в ноябре. Угу. Пока разобрали автомобиль, посмотрели, начали искать, загнали все это дело, по-моему, около декабря. От нее родной остались только диски. Да, диски, вот после покупки, единственное, что диски, то они чувствуют себя не очень хорошо, либо покрасить, либо поменять. Зато резина новая. И, собственно говоря, в декабре мы ее загнали, и только в марте мы ее выгнали, она была только в грунте, и, соответственно, за полтора месяца супер упорных работ мы собрали ее полностью. И самое интересное было, это последняя неделя, например, перед мероприятием она была 22 апреля. 15 апреля она была еще не перетянута ни пленкой, здесь не стояло вообще ничего. Почему именно такой расцветка? Это расцветка была... Как кобра, вот кажется. Ну, это когда она ходит, вот это так и было задумано, вот как кобра, как будто вот шевелится все. Я не знаю, я потому что сижу всегда внутри, я не понятия у меня, как она выглядит. Я ни разу снаружи со стороны не видел этот автомобиль. Вот так, да? Да, этот, ну, во-первых, хотелось, чтобы автомобиль, естественно, притягивал взгляды в первую очередь. Просто перетягивать пленкой уже, наверное, не очень интересно. Это все приелось в этом плане. Но почему такой рисунок? Все на Уралах. Да, здесь, ну, до этого мы пройдем да, позже, давай. Да, естественно, угу. Да, здесь полностью... Вот про рисунок, вот расскажи, вот вы вообще, вот сотрудники ничего, как она записана, под каким цветом? Комбинированный.
Да? Да. Это все... То есть проблем нет, да, никаких? И такого автомобиля я еще ни разу не видел в России. По-моему, есть похожие рисунки в Америке и в Европе. Поэтому и интерес проявил она у меня на канале. Ну, видимо, да, полмиллиона на самом деле. Ну, это я... Поражен. Да. Сколько прошло? Месяц прошел, да? Месяц прошел. Почему не стена? Вот я вот читал в комментариях, у тебя там писали, почему не стена, почему именно вот как гроб, да, называется? Ну да, как бы страшным это название не было, но это называется гроб. Потому что, честно говоря, стен в последнее время в автозвуке очень-очень много. У нас есть тоже автомобиль, он вдали стоит. Соответственно, чтобы люди могли увидеть, что здесь стоит, соответственно, могли слышать и оценить. У тебя все подсвечено здесь? Здесь, естественно, здесь подсвечено. Если, например, с прошлым разом уже у нас отсутствует спойлер, потому что разорвало. Ну тут видно уже вон. Да, здесь уже у нас, вот если ты вообще поближе... Ну чтобы люди понимали, то что вот это как многоразовая такая. У тебя, наверное, штук 10. Ну и она на самом деле еще держится, и это очень радует. Единственное, что вот замок страдает очень сильно. Не знаю, что там под низом, а по всему остальному, в принципе... Как ни странно, но пока что автомобиль выдерживает. С учетом того, что здесь корпус, как система, настроена так называемая инфонизм, то есть здесь 26 Гц настройки, здесь очень много ветра, автомобилей. Но 26 это очень низко. Это очень низко. Это, по-моему, да. Насколько я знаю, я малоопытный, но это очень низко, по-моему. Это очень низко, да. Мы даже сказать, наверное, перестарались чуть-чуть с низкой настройки. Соответственно, автомобиль просто раздувает в этот момент, так как события. Но это и так и задуман был эффект, чтобы притягивало внимание. Ну, конечно, опять же, мы этим занимаемся давно, и, соответственно, именно плодотворно, чтобы это все работало, сделали так, потому что видно и усилители, видно проводку, видно сабвуферы какие стоят. Все у тебя получается, вот все получается на Уралах. Здесь полностью. Усилители, это, все полностью. Фронт, да? Единственное, магнитофон не Урал, потому что Урал не выпускает магнитофон, а все остальное, и фронт, и усилители, и проводка. Сайт оставим на них? Конечно, это наш... Сайт будет, так что это хорошо. Так что хорошо. Если, например, говорить о сабовом звене, это 8 12-дюймовых сабвуферов в серии. Вот давай вот поподробнее. Вот расскажи вообще, вот мы ушли от пленки, вот сколько стоило тебе пленку сделать? Ну вот такую вот пленку стоит... Не говоря о подготовке машин, не будем об этом говорить. Подготовка, да, это... Там двери, не двери, ну тоже ты говоришь дорого, то что там если порог стоит 40... Ну смотри, если нет, мы, естественно, за 40 тысяч пороги не покупали, иначе бы этот автомобиль нам стоил бы еще более дороже. Грубо говоря, подготовка вместе с запчастями, она села около 100 тысяч рублей, плюс перетяжка именно в такой цвет, очень хорошей пленкой. Ну, удачно, очень удачно попали, я могу сказать. Спасибо. Но это рисунок, то есть это не пленка, это все печатается, рисует, то есть дизайнер прорабатывал рисунок, после этого дело просто печаталось. Это около еще 65 тысяч рублей. Короче, здесь все десятками тысяч идет. Ну, в любом случае, да. Ну, например, здесь просто болтов было куплено там на 1015, наверное, просто день. А вот подожди, вот я отойду от темы. Вот, а с чего ты начинал вообще? О, начиналось это все очень давно, 10 лет я уже этим занимаюсь, у меня была семерка тоже. И на этой семерке я стал чемпионом России по автозвуку. Но в то время тогда было легче, да? В то время, нет, было вот сложнее. Нет? Единственное, что просто уровни были совершенно другие, то есть там были любители, все-таки больше новички. Сейчас это уже более профессиональные уровни. И... Как все здесь прошито, слушай. И, соответственно, тогда было, ну, то, что тогда было интереснее, может быть, просто или моложе был. Сейчас это уже полноценное. Ну, наверное, олдскул. Да, мы как бы, вот я и Андрей занимаемся прозвуки, мы именно ребята олдскульные. Ну, ты организатор очень. Да, у нас организовали мероприятие совершенно недавно, было в Пятигорске. Я еще и ведущий этих мероприятий по автозвуку, поэтому я мультипоинтовый. Универсальный. Да. Вот. Что, если говорить, опять же, по сабвуферам, 8, вот, давай вот поподробнее. Вот скажи, сколько будет один стоить? По-моему, новый сейчас стоит на сайте там около 16 тысяч рублей. Плюс там сразу предоставляется скидка какая-то в виде 5%. Вот здесь 4-дюймовая катушка стоит. Грубо говоря, вот такая вот катушка, которую практически невозможно сжечь. Соответственно, сабвуфера 8 катушек. Гигантское количество магнитной системы. И я сейчас не знаю, сейчас хрень какую-то буду нести. Если это, вот, чтобы это, было... вот это как это? Как это называется? Дудки или как? Это фазоинверторы считаются, причем сделаны они из канализационной трубы. После этого, естественно, покрашены просто хорошо. И никто, кто об этом не знает, думает, как вообще можно такое сделать.
по усилителям, например, если смотреть. Вот я тебя перебью. Вот вопрос. Вот я не знаю, может, кому-то будет интересно. Вот чем отличается ЧВ? Что такое вообще ЧВ от фазенвертера? Это разные типы оформления. Очень часто молодежь любит пилить себе ящики ЧВ. Во-первых, они просто гигантского размера, это раз. И это первое отличие. Во-вторых, у них совершенно по-другому, скажем так, идет расчет этого корпуса. Он зависит там не от объема, а там длины волны, куда ты должен ее уложить. А фазенвертер — это фазенвертный ящик, то есть, грубо говоря, закрытый ящик с дыркой, которая рассчитана на определенную частоту с определенным объемом. С дыркой. Да, ну, чтобы было понятно. Ну, я понял, да. С отверстием. И поэтому кто-то любит больше четвертьволновые корпуса. Они, правда, для них в определенном случае нужен именно специальный сабвуфер. Что такое вообще, вот скажи, это как? Ну, это как? Мы вначале говорили, что именно... Ну, вот повторим, давай, вот помню, да. Большая дверь. Здесь установлено 16-сантиметровых динамиков, серия Patriot, Black Edition, с специальными эксклюзивными грилями. Скажем так, больше можно было, наверное, поставить, но уже зеркало бы совершенно ничего не было видно. Но... После этого, потому что у тебя уже задавали в комментариях, где пищалки. Пищалки будут находиться сверху, то есть вот съемная панель, съемная, видно, это все будет прекрасно. Это будет ставиться исключительно на выставке, либо там на тусовки какие-то и так далее. Ну вот, вот смотри, у тебя получается сабовое звено идеально сочетается с фронтом. То есть у тебя не только какой-то экшен, там раздолбаловка какая-то. То есть у тебя еще и громкий фронт. То есть можно чистый звук так послушать. Естественно, это можно все послушать. Там есть DC, кстати, очень прикольно играет на этой системе. Mm-hmm. Все это питает, например, фронт. Это... Тут не видно? Несколько... Видно, я тебе сейчас чуть-чуть покажу. Вот единственное, что откуда вот можно заглянуть. Как раз с этой камерой покажу. Оп. У тебя тут и проводов. Офигеть, это какие-то. Я вот, честно, я дикий от этого. То есть меня это как-то странно. Такие провода толстые. Я вообще. Я не знаю. Рубль надо взять. Задонатить. Задонатить. Так, смотри. Так. Вот. Заходи сюда, я тебе буду показывать. Да. О, еще рубль. Еще рубль, прекрасно. О, зарядка там у тебя валяется. Ну ладно. В общем, ну давай, как мы. Давай, ну, вот так вот, ну вот так мы типа задумали. Да, вот так вот. Смотри, здесь установлено два усилителя 6000 по бокам и два спереди. Вот там вот адовый ад из проводки. Это 10-бедер питания, где подключено 17 плюсов и 17 минусов с течением 50 квадратов. У тебя сколько это здесь очень... киловатт вообще? Ну, здесь в общей совокупности, честно говоря, ну, 16-12, 24, плюс там, ну, киловатт 25, наверное, примерно есть. Это жесть. Да нет, это не жесть. Вот если смотреть сюда, вот это вот один из усилителей здесь питает фронт. Слушай, фронт. У тебя так компактно все ты, да, уместил? То есть это все рассчитывалось, понятно. То есть это не наобум просто. Это я около месяца я варил эти рамы, придумывал, да, и чтобы это было удобно, чтобы к этому можно было добраться, чтобы это охлаждалось в первую очередь, не было так называемых защит. И опять же, чтобы это все было видно. То есть до настроек, для всего можно добраться. Давай смотри такой вопрос. То есть, что у нас питает фронт и сколько стоят вообще эти усилители? А, у них на них, по-моему, сейчас скидка идет на эти усилители. Грубо говоря, по-моему, до 10 000 рублей. То есть это все на сайте можно будет. Это все на сайте это можно посмотреть. Доступно. Да, опять же, если вы там будете заказывать систему в сборе, там еще и предусмотрена система скидок, по-моему. Моноблоки. Ну, сколько такой один будет стоить? Как две моих семерки, наверное. Ну вот этот моноблок, честно говоря, сейчас не знаю, сколько он стоит. Потому что цены варьируют, ну, около 40 000. Ну, хотел 30 стоит, сказать, да. Около 40 000 стоит моноблок. Тут одной проводки, единственное, что, наверное, метров 120, это примерно 120 000 рублей. Это генератор DC Power американский. Вот он, да? Да. К сожалению, из-за курса доллара в России их стало все меньше и меньше. То есть один генератор. Золото. Здесь один генератор, да. Почему один? Потому что двигатель 1.6, есть один ремень, если ставить два генератора, не двигатель, не ремень совершенно не выдержит просто и все. То есть ремень порвется или двигатель. Было такое, что двигатели глохли, когда шла нагрузка на генератор. Генератор тушил двигатель. Угу. Ну и аккум у тебя? Аккум обычный гелевый аккумулятор. Три протяжки плюс и три протяжки минус. Вот так все просто, да? Такого результата добились. Вроде как просто, но до этого дойти... Для нас, да, когда мы этим каждый день занимаемся, организовываем, живем, ездим. Вот буквально мы сейчас снимаем, я еще часа 3-4, мы уезжаем в Краснодар на очередную выставку. Поэтому для нас, да, это просто. А вот как объяснить
полумиллиона человек, которые это посмотрели. Потому что я даже сам читал комментарии, там было и положительные, кстати, больше положительных было отзывов, что очень интересно. Ну там все равно, ну ты понимаешь, YouTube это, ну, больше молодежи там сидит, это ясно. Я прекрасно понимаю, что люди это не понимают, я прекрасно понимаю, почему, например, некоторых людей это бесит, потому что есть такие быдла, которые включают свою радиосистему в спальных районах, соответственно, бесит просто людей. Согласен, полностью. Я вчера еле уснул, я не спал до 3 ночи. Вот, мы когда там здесь не настраиваем свои радиосистемы, мы уезжаем дальше, где нет домов часто, и очень людей бесит. Профессиональный подход. В любом случае, люди часто бесятся, почему тут не включаем музыку? А что ты не включаешь музыку? Я хочу послушать. Ну, сейчас мы поедем и послушаем. Навалим по городу, где это можно сделать. Диски, как ты купил ее? Диски ничего не делают, поменялась только резина. Здесь по подвеске сзади стоят усиленные пружины, вообще не. А, я думал, обычные она просела так. Это усиленные, обычные, высокие пружины, и она так просела исключительно из-за веса. Потому что вес примерно, ну, я говорил. Ну, 2 тонны. Двух, да, около двушки. Это так, генератор DC Power американский. Вот он, да? Да. К сожалению, из-за курса доллара в России их стало поступать все меньше и меньше. То есть один генератор. Вес золота. Здесь один генератор, да. А почему один? Потому что двигатель 1.6, здесь один ремень, если ставить 2 генератора, ни двигатель, ни ремень совершенно не выдержит просто, и все. То есть ремень порвется, или двигатель... Было такое, что двигатели глохли, когда шла нагрузка на генератор. Генератор тушил двигатель. Угу. Ну и аккум у тебя? Аккум обычный гелевый аккумулятор, 3 протяжки плюс и 3 протяжки минус. Вот так все просто, да? Результата добились. Вроде как просто, но до этого дойти... Для нас, да, когда мы этим каждый день занимаемся, организовываем, живем, ездим, вот буквально мы сейчас снимаем, я еще часа 3-4, мы уезжаем в Краснодар на очередную выставку, поэтому для нас, да, это просто, а вот как объяснить полумиллиону человек, которые это посмотрели, потому что я даже сам читал комментарии, там было и положительные, кстати, больше положительных было отзывов, что очень интересно. Ну там все равно, ну ты понимаешь, YouTube это, ну, больше молодежи там сидит, это ясно. Я прекрасно понимаю, что люди это не понимают, я прекрасно понимаю, почему, например, некоторых людей это бесит, потому что есть... Такие быдла, которые включают свою радиосистему в спальных районах, соответственно, бесят просто людей. Согласен, полностью. Я вчера еле уснул, я не спал до 3 ночи. Вот. Мы когда там здесь не настраиваем свои радиосистемы, мы уезжаем дальше, где нет домов часто, и очень людей бесят. Профессиональный подход. В любом случае, люди часто бесятся, почему тут не включаем музыку? А что ты не включаешь музыку? Я хочу послушать. Сейчас мы поедем и послушаем. Навалим по городу, где это можно сделать. Диски, как ты купил ее? Диски ничего не делают, поменялась только резина. Здесь по подвеске сзади стоят усиленные пружины, вообще не. А, я думал, обычные она просела так. Это усиленные, обычные, высокие пружины, и она так просела исключительно из-за веса, потому что вес примерно, ну, я говорил. Ну, подведем итог пока что, перед тем, как мы включим это все. То есть автомобиль сделан для показа аудиосистемы. Автомобиль сделан в первую очередь для себя. Это, ну, наверное, все делают автомобили для себя, для магазина. И он сделан для того, чтобы люди могли оценить, увидеть и понять, что такое автозвук. Я думаю, они поняли. Я очень надеюсь. Но жалко, ночью не получится снять, потому что ночью здесь очень красиво горит подсветка. А ты не скинешь потом фотографии? Да, еще? Потому что вот тут вот это оргстекло. То есть зеленое? Здесь мульти. Мультиподсветка, то есть если можно, как люди, например, очень часто любят, когда подходят, ну, вот так вот, и туда, что там у нас, вот, а там всего лишь распорки, вот отсюда ночью очень интересно видно и магнитную систему, и как это все подключено. Слушай, ну ты сумасшедший человек, то есть ты за 10 лет дошел до этого? Нет, это... А, это еще мелочи, да? Это лайтовый вариант, да, мы проект другие, поэтому за 10 лет непосредственно... Ужас. Я уже не понимаю, сколько можно этим болеть, этим заниматься. Каждый год мы собираем какой-то очередной новый проект, это все не заканчивается. В общем, давай-ка... Поехали валить. Да. Мы все болтаем. Это полный обзор, чтобы видели. Кто хочет простую версию, можете в Ессентуке видео посмотреть. Кстати, тоже надо разместить в этом. Однозначно. Чтобы посмотрели. Я очень надеюсь, что история автомобиля будет еще более закрывай богатой. Закрывай плавно, а то все, пошло да. Опять. Поехали, да. Я же тебе говорю, я очень... Я не знаю, слушай, сколько он может разговаривать. Я вижу. Отъедем чуть-чуть. Вот прямо вот так идеально будет. Вот, супер. Либо она сейчас затрясется, правда? Ну ладно. Да не, нормально. Да. Ну ехать, например, с валящей музыкой очень неудобно. Потому что в зеркала вообще ничего не видно. Еще и, честно говоря, в принципе, не слышно ничего, еще и видно плохо. Потому что, не знаю, может,
звучки как-то на это работают. Поэтому не надо ездить с музыкой в пол, ребята. А у меня вообще музыки нет, поэтому... И не надо валить в спальных районах тоже. Если вы видите ребенка, который идет в коляске, например, его везут, тоже сделайте потише. Which is why... Ouch. This is impossible. Which is why... You're gonna need a little help.